И всем доброго времени суток, дорогие друзья, с вами я Бенни, и мы с тобой продолжаем играть в Team Fortress 2. И это у нас, ну ты уже, думаю, понял по карте, это у нас Castle Keep. Вот это снайперы дают жару. Но ничего, пока народ заходит, я думаю, мы сможем немного разогреться и, то есть, понять, что да как. Я вот, помнишь, мы же всегда играли с тобой за, что это, за Хэви, который ходит с перчатками, то есть, и ходит с мясом буйвола. Теперь мы попробуем поиграть за солдата с мечом самурая и дудкой. И дудкой. Так, нужно, блин, аж нашу точку А захватываю. Ладно, мы сейчас пойдем на точку Б. Да, мы пойдем на точку Б и будем ее охранять так, как будто мы ее охраняем. Так, а у нас тут никого нету, что ли, да? Ага, шпион идет. Так, это шпион же. Да, это шпион. Ничего, уже от шпиона избавились. В принципе, вот тут, наверное, сядем. А, ну, у нас тут аптечка есть. Да две аптечки, нифига себе, это сверху, наверное, упало. Наверное. Так, ну будем как бы наготове, если что, сидеть. Им осталось только захватить точку Б. Но на точку Б никто не нападает. Почему? Ага. Так, это наши. Почему-то подумал, что я за синих. На секунду. Ну и как теперь? Ни нас никто даже не нападает. О, ну хоть скаут решил напасть. О, спасибо, Дэма. Ну, смотри, непобедимая команда, да? Нам приходится ждать, чтобы на нас нападали. Понимаешь? Это настолько уже, то есть, супер непобедимая команда. Ну, давай, иди сюда. Давай. Ты думал с нами подраться? Ну-ка, давай, иди сюда, Дэм. Ой, Пира. Ух ты, на нас напал Дэма. Так, на тебе. Ах так, ну-ка иди сюда. Я покажу тебе, насколько ты... Вот так вот, да. Да, нифига себе, у нас теперь два Дэма тут дерутся. Ну тогда вот так вот, на тебе. Ой! Так. Нужно аккуратненько отступать. Хоп. Так, the control point has been captured. Нужно вот сюда быстрее уходить. Ай! Да фак! Вот со спины напали, прикинь, его нас убили. Вот прикинь, только сказал то, что наша команда непобедима, так сразу нас уничтожают. Это закон подлости, вот на карков. И теперь сейчас придется сражаться с ними и понимать, насколько мы проиграли. Но все равно, мы еще не проиграли. Нам осталось только набрать дудку, и мы станем непобедимыми. Так, медик! Это был таракан. Ему была нужна помощь. Блин, ну за этого мне очень сложно играть. Потому что я же в основном никогда не играл за этого. Так чё, я в основном же не играл за Хэви. Я в основном, не играл за солдата, я играл за Хэви. Вот в последнее время начал попытаться играть за солдата. И вот так вот. Ну сейчас посмотрим, если мы сыграем за солдата и проиграем, то это будет жопа. И мы как бы... Да, не дадим этим мэггетсам побить нас еще раз, да. И, короче, сейчас смотри, наша задача сейчас повторно уничтожить базу врага. Ну, попробуем, по крайней мере. Сейчас нам нужно захватить точку Б. Это самая основная точка, которая мне нравится. Сейчас мы ее уничтожаем, и все хорошо будет. Так, вот он, это Дэма. Он думает, что он Дэма. Так. Так, молодец. Это шпион. Нет, это не шпион. Мы захватываем точку. Все, отлично. That's mine. Да, но я эту фразу, кстати, не слышал ни разу, потому что я всегда же играл на русской версии. Так. Так, еще одного убили. Так, захватываем еще одну точку. Ну, в принципе, вроде пока все хорошо идет у нас за солдата. Да, вон они там ходят, снайперы. Все, это мой бой. Все, сейчас мы пойдем и уничтожим. Это, короче, он, прикинь, комбо мне сделал. Он кинул меня шариком, а потом еще топориком убил. Это, короче, стандартная комбо на скаута. Ну ничего, думаешь, нас это остановит. Сейчас мы зайдем и наберем нам комбо. Ну, в принципе, тут набрать комбо будет довольно сложно. Имеется в виду в плане комбо. Так, шпион. Шоп. А, там наши захватывают уже точку. Черт, нам нужна помощь. На тебе. Так, давай, деремся. Дерись как мужчина. Давай, дерись, да. Мы дотащили. Да, мы затащили. Мы победили?
Нифига себе мы с тобой. Я даже не заметил, как победа произошла, а мы уже победили. Это у нас снова битва. И мы снова идем в атаку. Мы сейчас играем за солдата, который пытается помочь нашей команде. Наша команда находится в пока что нейтральном положении, потому что еще неизвестно, кто выигрывает. И именно поэтому мы будем сидеть и ждать, куда же они будут нападать. Они будут нападать на нас сверху. Нифига себе! Ха-ха, у меня полный рейдж. Короче, ждем, когда они куда-то будут нападать, и мы используем рейдж и атакуем их. Так. Так, они... Control point has been captured. Бы-бы-бы! Атак! Так, где вы? Я вас не вижу! Дайте мне убить кого-нибудь! На тебе, на тебе! Уничтожаем врага! Да! Что это вообще такое? Да, мы уничтожили врага, правда мы не отбили точку. Но мы их уничтожили, по крайней мере. Да, идемте обратно. Has been be tested. Так, вот, тут тоже такой же меч. У кого-то. Ну ничего, сейчас мы пойдем и их уничтожим, да. Это будет самая жестокая битва из всех жестоких битв. Ну-ка иди сюда, засранец, да. Будет знать, как нас атаковать. Но он не знает всю силу. Ханамагара, сука. А, я забыл. Короче, у кого такой же меч, он убивает другого с одного удара. И как бы весь рейдж накапливается. Практически. Но я кое-чего не учел. Это того, то, что у меня телефон что-то сам загорелся. Что-то отключить его надо. Все. Так. Нашу точку уже Так захватывают ее или нет? Захватывают. Это плохо. Ну, в принципе... Ага! Вот он, точно такой же, как самурай. Вот откуда шпион вообще взялся в этой самотохе? Откуда взялся шпион? Вот мне больше всего интересует. Вот драка, драка, драка и шпион. Откуда? Шпион вообще не должен находиться в толпе. Сейчас. Да вы издеваетесь! Забегает дымоман с каким-то таким же самураем, как и думал, и что... Они нас выигрывают. Они пожалеют за то, что они это сделали. Вот мерзавцы. Не-не-не-не-не-не. Мы должны победить, ты еще? Конечно, мы должны победить. Сейчас мы как возьмем солдата, так мы им покажем. 3 сентября, да. Да, я буду брать и отнимать себе ХП. Вот так буду идти и, короче, вообще... Вот так буду идти, я буду доставать меч и этот одновременно, чтобы все знали, с кем они имеют дело. Да, я буду наступать на них, да. Мы атакуем их, точа свой меч об нашу... Это наша вещь, которая помогает нам прятать там меч. Так, все, захватываем точку. Сейчас мы покажем этим засранцам, насколько мы способны. Да. My point. Все. Что? Дэм! У меня кончилось место на диске! Медик, медик, полечи меня! Медик, полечи, 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 медик! Медик, полечи! Спасибо, что полечил меня. Так, в принципе, медик нас полечил, и это уже хорошо. А знаешь почему? Потому что у меня кончилось место на диске! И мы его восполнили! На тебе! Так, нам нужно осталось только набрать мощь темной стороны. Опа! На тебе! Да. Да ты что ж ты будешь делать? Со спины-то меня бьют. Нате вам. Да блин, как мне не нравится, когда забегает в толпу Халф Затаичи и убивает меня с одного удара. Вот что мне не нравится больше всего. В принципе, это классно, когда ты кого-то другого Затаичи убиваешь. Но все равно не круто, когда убивают тебя. Это не классно. Это непростительно. Это омерзительно. Так, это шпион или нет? Это не шпион. Так, нужно захватить точку, чтобы мы были как бы хорошим парнем. Все, мы захватили. Да, you don't understand that, yeah. Да, сейчас мы пойдем и уничтожим врага, чтобы он знал, с кем имеет дело. Да, мы уничтожим его. Есть, я кого-то убил даже. Хоп, Сатаичи. Да, ну блин, прям вообще. Если бы я сейчас взял хэви, я бы там всех... Вот так бы вообще выкинул, и никто бы мне не смог бы помешать. А тут видишь, тут надо биться так, что аж на вообще биться надо. Ну ничего, сейчас попробуем еще раз. Если сейчас не получится, берем хэви и уничтожаем врага. Все, это как бы рабочая тактика, и она мне нравится. На тебе, убили тебя. Ха!
Ха! На тебе! Так, убиваем врага. Все, убиваем врага. Убиваем врага. Убиваем еще одного врага. Так. Яй-я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 й. Это мне не нравится. Стоило нам только взять одного Хэви. И как мы победили вообще? Как мы вообще победили? Как? Мы победили! Как? Я даже нифига не понял, и мы каким-то образом победили. Отлично! Ну, в принципе, думаю, на этом, наверное, можно закончить серию. Наверное, серия не будет у нас большой, потому что мало времени. Ну, в принципе, вот так вот. Мы с тобой отбили атаку, захватили и все сделали. Самая главная задача выполнена. И если вам понравилось видео, ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу в Steam, вступайте в группу ВКонтакте. С вами был я, Бенни. Всем удачи, всем пока, друзья. И, в принципе, вот такая вот серия. Все, всем удачи, всем пока.